Я мира больше не прошу, повсюду мир, он вязчий ива. Я сам себе принадлежу, и отучаюсь жить в полсилы, себя собравшей по частям. Когда-то рвавшийся в лоскутья, я верил теленовостям, стоял, как витязь на распутье. Я верил теленовостям. Курил на корточке, присел, кому попало, вторил эхом и думал, не такой, как все, а стал обычным человеком и был безжалостно кровя. Для чего нужны тебе доспехи, если внутри тебя нечего защищать? Антуан де Сент-Экзюпери. Show me your
18 числа был день памяти Александра Башлачева. Поэтому мы договорились, что мы споем сегодня его песню. Крутит ветер фонари на реке Фонтанке. Спите, дети, до зари с вами добрый ангел начинает колдовство. Домовой проказник, завтра будет Рождество, завтра будет праздник. Ляжет ласковый снежок на дыру прореху, то-то будет хорошо, то-то будет хорошо, то-то будет смеху. Каждый что-нибудь найдет в варежках и в шапке, а соседский Васька вот прячется от царапки. Звон, фольга, как серебро, розовые банты, прочь бумагу, прочь перо, скучные диктанты. Замелькают в зеркалах платья-бутинки, любит добрая игла, любит добрая игла. Средства.
жить в себе. Апрель 37 к изголовью кровати привязаны все путеводные нити. Уверенно дохнет во мне созерцатель и крепнет на месте его потребитель. Сипит огонек мой в четыре конфорки, лениво кочую до ладьи на блюдце. Задернуты окна, захлопнуты шторки, последние мысли вот-вот разбегутся. Так трудно поверить, что песня когда-то взрывной волной баррикады сносила. Я кулак, как бункер, я морс попиваю и мажу, и режу строку на строку, словно масло на бумагу. Стихи бутерброды, ни больше, ни меньше, я раб своих собственных линий и хвори. Моя близорукость достигла предела, и страшно сфальшивить, задеть за живое калечащим словом, позорящим телом. Коли закралось сомнение в ноты, пора, сбросив груз звукорядов и терций, заняться упорной контрольной работой над еле трепещущим собственным сердцем. Никакого не имеет значения, потому что... Что такое? Что-то не так? Потому что пока я жива и пока у меня есть голос, я буду и буду эту песню петь, несмотря на то, что даже очень многие авторы-исполнители ее поют тоже, потому что это одна из самых лучших песен, которые вообще на Земле созданы. В прозрачном небе звучал хорал, Давид играл, Господь внимал, и оба улыбались, торжествуя. Все было так, услышь, очевидь, был тон вниз и сразу ввысь, блаженный царь слуга. Но вышла дева из пенных вод, и через
Спасибо.